Знаешь что, через туннель? Знаешь, путь короче. Там не протолкнуться. Помнишь красную кнопку? Да. Нажми ее. И пристегни ремни. Ты слишком напряжен. Ты же молодой человек. Расслабься. Работа должна приносить радость. Любишь музыку? Блин. Ага, так-то лучше. Совсем неплохо, а? Эй! Кей-кей! Ты хоть знаешь, что Элвис умер? Вовсе нет, Элвис улетел домой. Ты не должен меня есть. На земле я важная фигура. Королева. Вроде пчелиной матки. У меня есть почитатели. Я не хвастаюсь, просто предупреждаю, что дело может кончиться войной. Война хорошо, а больше пищи для моих детей. 78 миллионов, их не просто прокормить. Ты образцовый отец, но я останусь здесь.